А пока звезда сериала «Кухня» празднует 40-летний юбилей в Италии, одна из самых узнаваемых российских актрис современности, Елена Подкаминская, полюбившаяся зрителям благодаря роли Виктории Сергеевны в сериале «Кухня», в феврале 2019 года порадовала нас очередным ярким образом. В вышедшем на экраны первом сезоне комедийного сериала ИП Пирогова она сыграла домохозяйку Веру, которая после расставания с мужем решила пустить в ход свой талант кондитера и открыть небольшой бизнес. Благодаря своему оригинальному сюжету и прекрасному актерскому составу, кроме Елены там снялись Александр Панкратов-Черный, Данила Дунаев, Дмитрий Лысенков и другие замечательные артисты «Прим». Привет. ИП Пирогова стал на сегодняшний день самым успешным проектом канала «Супер», и сейчас его многочисленные поклонники с нетерпением ждут выхода второго сезона. В активе самой Елены на сегодняшний день значится уже более 40 ролей в кино, съемка в клипах Эмина и группы «Юмадвайр Маэч», работа на сцене Московского театра «Сатиры», участие в телепроектах «Танцы со звездами» и «Ледниковый период 5». Не стоит забывать и о том, что в 2013 году фотография Подкаминской, одной из самых сексуальных женщин страны, красовалась на обложке мужского журнала «Мэксом». 10 апреля Елена Подкаминская празднует свое 40-летие. Портал «Телепрограмма» ПРО поздравляет актрису с юбилеем, желает ей оставаться столь же красивой и обаятельной, и, конечно же, продолжать радовать поклонников новыми ролями. Актриса отмечает день рождения в Италии накануне дня рождения актрисы телепрограмма. ПРО связалась с ее пиар-менеджером Антониной Авиловой, чтобы узнать о том, где Елена Подкаминская собирается отмечать эту дату и над какими проектами она будет работать в ближайшие месяцы. В конце мая начнутся съемки второго сезона ИП Пирогова. Кроме того, Елена снимается в историческом сериале «Волк» по мотивам романа «Каменный мост» Александра Терехова, рассказала представитель звезды. Но все это, по ее словам, будет позже, а до конца апреля актриса находится в отпуске. Она проводит его со своей семьей, в настоящее время они все вместе отдыхают в Италии. Утром Елена опубликовала в соцсетях праздничный видеоролик со своими хулиганскими танцами. 4.0. Проще, легче, выше, веселее. Написала она под видео. Елена Подкаминская и ее семья – звезда популярных российских сериалов, к своим 40 годам дважды выходила замуж. Ее старшей дочке Полине уже 8 лет, а с ее папой, Александром Пляцеевым, Елена развелась в 2015 году. Они, тем не менее, остались хорошими друзьями, Александр часто видится с дочерью и помогает ей чем только может. Вторым супругом актрисы стал Денис Гущин, человек, не имеющий никакого отношения к шоу-бизнесу. По слухам, с бизнесменом из Самары актриса познакомилась, когда задумала сделать в своей квартире ремонт, он работает в строительной сфере и в нужный момент пришел на помощь. 3 августа 2017 года у Елены и Дениса родилась дочь Ева. Покой своей семьи Подкаминская старательно оберегает, и фотографии с мужем и двумя детьми на ее странице в Инстаграм до сих пор не появлялись. Тем не менее, в феврале текущего года она все же показала поклонникам фото с Денисом, сделанное во время совместного отдыха в Таиланде.